Парни, девушки, охотники, рыбаки. Приехал на первый лед попробовать порыбачить. Но вышел небольшой анонс. Река Вычегда. Ледоход полным ходом идет. Сегодня у нас, какое же у нас, 10, кажется, или 9 ноября. Это куря обычно пересохшая, там перешейки, вот песок. И вот здесь рыбачим, по первому льду бывает. Но, как видите, уровень воды очень большой. Почти как весной. Поэтому куря залита, лед подняла. Но видно, вода падает и... Такая вот ситуация, в общем. Лед на берегу немножко, в траве. И на пониз идет. Не знаю, будут клевать, не будут. Но у меня цель идти в самый конец и попробую там порыбачить. Буду рыбачить на балансир, мормышка, парыш. Ну что получится. Красиво, конечно, здесь. Еще бы немножко погодя, когда река встанет. Там куря есть очень большая. Вот туда бы попасть. Но туда я уже не смогу в этом году попасть, конечно. Только если весной. Ладно, еще пойдем дальше пешочком уже. Выхожу на лед. Лед просто жуть, черный. Каждую травинку видно. Но толщина вроде бы неплохая. Сантиметров 7, мне кажется. Все равно как-то страшновато. Первый раз на лед выходить. Ух ты. Просто черная. Я, конечно, вижу, кто-то уже пытался здесь увидеть. Луна куча есть. Лед хрустит повсюду. Ну, ничего, попробуем сейчас. А, лед оседает по кустам, так шумит сильно. Че, попробуем пока здесь. А там как посмотрим, поведет. Блин, аж. Это первый лед, ребят. Все хрустит и шумит. Блин, реально страшновато, будто по воде ходишь, а не по льду. Давайте попробуем здесь пока. Сейчас лед будет трещать. Ух ты! А, так он толстый, вот. Сантиметров 7 где-то. Нормально. Попробуем закинуться. Давайте для начала блесенку. Это первая рыбалка у нас по первому льду. Посмотрим. Честно скажу, еще в воскресенье на понедельник я занимался подводной охотой на озере. И льда, можно сказать, не было. Так, процентов 30 озера. Замерзшие и все. Так, где она? Вот она. Сразу марапидочку попробую, поставлю желтенькую. Цель поймать хотя бы двух окушков. Может получится 22, может ни одного. Как пойдет дело, посмотрим. Но лед толстый, это уже приятно. Удочка древненькая, уже года 3. Поводочек использую, что может и щука взять, и все что хочешь. Так, дно здесь было раньше песок. А сейчас не знаю. Что-то не глубоко. Ладно, еще попробуем. Давно уже не рыб... Блин. А, ветка. Или трава. Подумал, что-то взяло. Точно ветка. Ветка или трава. Сейчас река шумит, по идее, вся рыба по курям разбежалась. То есть здесь она должна быть.
Там в конце вижу тоже рыбачит кто-то. По льду ходит. Первый раз в жизни рыбачу по такому черному льду. Обычно всегда уже снег нападал. Все везде трещит. Это вода то, что падает немножко, и с кустов лед сходит, и поэтому шумно очень. Здесь на заходе, наверное, река шумит. Может, рыбы-то и нету. Надо по концам ходить сейчас. Самые опасности первого льда — это, конечно же, подземные ключи. Особенно где мелко. Блин, так идешь, будто реально. О, кусты подо мной. Будто и льда-то нету. А по воде просто топаешь. И снежинки ничего нет. Все-таки смотрю, где трещины идут старые, какая примерно толщина была. Ну, по ней видно, сантиметров более 5 здесь. Здесь я пойду вдоль берега. Глубина здесь хорошая. Метра 3-4. В среднем так. Местами и 5 есть. Так, места подозрительные. Обходим. Если будет трещаться, трещать лед начинать, то буду сдавать задний ход. Ну, все, смотреть, какая толщина примерно надо все равно. Красота, конечно, неописуемая. Ноябрь месяц, время уже 12 дня. Утром не поехал. Поехал на вечерний клев. Попробовать. Как-то раньше вечером получше клевало. Посмотрим. На данный момент у меня нету цели рыбы наловить. Цель — выбраться на первый лед и посидеть, время провести. Тем более в такую прекрасную погоду, как сегодня. Сейчас у нас минус 6, ночью было минус 12. Мороз уже стоит дня 4 такой. Поэтому все исковало сразу льдом. Видите, сколько уровень воды был выше. Сантиметров на 20, наверное, 25. Сейчас лед оседает, и весь он на берегу будет, на кустах висеть скоро. Потом выходить тоже так проблематично будет. Ну, пойду, наверное, там зайду, где зашел на лед, там и выйду. Когда идешь по такому льду, ладно, здесь еще сантиметров 7-8, он уже нормально, в принципе. Не опасно, просто видишь то, что лед черный, как бы страшновато немножко. Надо держаться, держать руки немножко пошире и бур поперек, если еще вдруг, чтобы не уйти вниз. Можно было зацепиться и вылезти спокойно. Ну, там люди рыбачат, 2 человека плюс... А, 3 человека, просто один на санках катается. Или у меня, или кажется, уже непонятно. Сейчас подойду, посмотрим. А, он просто тележку толкнул вперед. Ладно, идем дальше. Вот она, трава, все такое видно. И вот граница здесь. Думаю, можем здесь сесть и попробовать посидеть. Заход в такую курейку небольшую. А, здесь снова трава. И реально это получается заход. Давайте тогда на выходе сядем его. Или это здесь. Попробуем пробуриться. Так, скользко очень. Блесенку еще. Чуть попозже уже на опарыши сяду. Сейчас мужиков поспрашивал, говорят, вообще не клюет. По 2-3 поймали штучки, и все. Давление, говорит, высокое. Посмотрим, может, вечером активируется. Так, тоже не глубоко. Попробуем еще. А там как повезет. Может, щучка долбанет, может, окунь. О, лед трещит. А так шел по льду, трещи не было. Только в кустах. Хочу на удочку посеять. А пара сейчас пересыплю. Мобильницу. Пакеты не особо удобно доставать их. Так.
и красного сюда же. Будем пробовать на мормышку и мушка. Посмотрим, что получится, нет. Лунка немножко замерзать начинает. Лески тонкие. Не особо им удобно рыбачить. Кивок уже тоже немножко расслабился. Но ничего не менял, как с прошлого года было, так и есть. Блесенку в правую, а параши в левую. Есть такая тонкость, блесной подманиваешь, мормышка ловишь. Это раньше помогало. Марпетку пока снял, не хочет. Пробую на балансирчик маленький. Вот одно время у меня здесь вот этот балансир ловил большой. Это было 2 года назад еще. На открытие тоже. Самый боевой балансир у меня, конечно, вот этот. Вот этот маленький, уже весь побитый. Им поймано штук 300-400 окуней уже. На север как-то ездил, там у него был клев бешеный просто. Вот на этот балансирщик. Вот уже побитый уже. Крючок бы надо тоже поменять, конечно. Сейчас пока рыбачу вот на такой вот. Но с поводком все же. Пока не клюет. Поменял место, прошел дальше метров на 150 на яму, на самую. Глубина здесь большая, конечно. Пока еще не замерил, но больше 5 метров точно. Ничего себе.
пока не хочет никто. По всему периметру такие шумы были. Небольшой перерыв. Нужно попить чайку. Рыба пока клевать отказывается. Но это может быть несколько причин. Во-первых, высокое давление. Во-вторых, лед стоит только 2 дня, как мужики говорят. 2 дня, 3 дня назад здесь еще льда не было. Вчера уже люди на лыжах пытались выйти вдоль берега, а сегодня уже вот такой лед толстый стал. Так что, возможно, у рыбы сейчас стресс, и она привыкает ко льду. И надо выждать некоторое время. За прошлом году в этом месте хорошо клевал окунь. Сорога тоже нормально брала. Именно в этом вот месте. Сейчас пока не хочет. Еще плюс то, что вода падает, рыба может двигаться. Но, как показывает подводная охота, рыба стоит не в самой яме, а на краю ямы, на границе травы и песка. Ну, примерно это то самое место есть, но клевать пока никто не хочет. Хорошо. Хорошо здесь. Уехал за 80 километров от города. Мужики тоже пытаются поймать там что-то. Толком никто не клюет. У одного только пара сожжен попалась, штуки 4 и все. У всех по нолям. Но народ не уходит. Отлично. Пирожок с яблоком. Будете? Хорошо идет чаем. Рыбачу, солнце уже скоро сядет. Пока никто не клевал ни разу. Мужики там на тесто, на парыш рыбачат, вот таких вот сорожек таскают. Ну, сейчас вот один вот штук 5 поймал на поплавок. И все. Не хочет рыба клевать. Завтра съездим в другое место, попробую там порыбачить. Может, что-то лучше будет. Лед только везде трещит постоянно. Сейчас бурил так треснул, будто по всему озеру. Трещина прошла. Посмотрим, кто знает. Может, щучка клюнет, всякое бывает. Попробую больше на блесенке рыбачить. В данном случае марапетку он цепил. Там тоже начало трое пришло. Где я заходил, где машину оставил. 3 человека сейчас пытаются рыбачить. Потом спрошу, чего у них клюет, не клюет. Вот так вот думаешь, пустые видосы, вот такие вот, как сейчас, например, показывать, не показывать. Но это видео, конечно, я выложу, так как это мой первый лет все-таки, как-никак. Если что, пишите, стоит, не стоит пустые рыбалки показывать. То же самое, пустые охоты. Выкладывать, не выкладывать. Если надо выкладывать, еще 3 видоса выпущу. По рыбалке это первая рыбалка в этом сезоне. Подледная конкретно, если взять. Пробую везде рыбачить, скидываю блесенку, балансиры, опарышей, но никто не хочет. Мужики там что-то кричат друг другу.
Человек 7 где-то на этом месте, на этой курье. Озеро Курья. Но особо никому не клюет. Очень-очень мелкая сорожка только поклевывала там в одном месте. И все. Окунь же не хочет. Скорее всего, давление или вода большая из-за этого. Здесь мужики говорят, надо 1,5 метра воды падать. Для нормального уровня. Сейчас слишком много воды. Ничего, душу отвел, главное. Сейчас долго не захочется. До завтра. Завтра снова на рыбалку, в любом случае поеду. Но в другое место. Вот река, Вычегда. Сейчас покажу и поближе. Вот она, река Вычегда. Шугу несет полным ходом. Скоро она все забьет и замерзнет. Еще морозы постоят. Всю неделю будет стоять, она встанет за эту неделю. Шуга очень плотная уже. Пластины большие отрывает. Песок еще чистый. Сейчас, по сути, на зайцах хорошо ходить, но мне уже некогда. Возможности не будет на зайцах ходить. А так вот какая река. Вычегда. Там чуть ниже я на подводную охоту занимался, одно видео не выходило. Там счетчик немножко взял на лимах небольших и этих окуней еще пособирал. Вот такая вот красота. Ладно, еще рыба не клюет, а хоть природу покажу. Как есть. Когда река Печора вот так вот идет, шугу несет, там вообще такой шум стоит. Шум и шорох. Здесь же более-менее... Даже очень тихо, я сказал бы. Вот там есть устье Кури одно, так вот там был порыбачить, конечно, сейчас. Может, лучше было бы. Так вода падает. Видно, что за последние несколько дней упало сантиметров 20 примерно. Сейчас еще немножко попробую, порыбачу. Если ничего не будет, клевать, уже домой поеду. Как стекло. Лёх, наступать туда не надо. Можно поскользнуться и лететь прямо в воду. Ни к чему это нам. Вот такая вот красота. Коньки бы сейчас покататься. Вообще было бы зашибись просто. Коньков нету, есть только сапоги. Ладно, что. Домой, наверное, поедем тихонько. Рыба клевать сегодня не будет однозначно. Давление, как говорят, слишком высокое. Поэтому не хочется. Но погода класс просто. Последняя попытка, не пытка. А вдруг что возьмет? Хотя бы что-то одно, а? Такие открытия по первому льду бывают тоже пустые. Это бывает очень часто. У рыбы стресс привыкает к льду. Здесь еще вода падает. Может быть, надо было какое-то озеро ехать, но возле самого города сейчас ничего не клюет. Люди же кто-то пробовали, там особо ничего не человек тоже. Едешь подальше, думаешь, что-то поймать лучше, но в итоге ничего. Вот сейчас только лёд стал шуметь, именно к берегу прижимать стало. Мороз стоит, пластина все больше и больше, и скоро затнет и встанет. Называется торос. Лед как попало становится, который. Но не хочет. Хотя вот на этом месте клевало раньше нормально. Что на балансире, что на мормышку. Окушок, плотва. Но не хочет. Будем ждать следующего раза, значит. Неактивная рыба. Мужики тоже, видно, собираются уже домой, наверное, идти. Пока машину заведу, погреется. Чайку еще попью и поеду.
ехать почти 80 километров. Ну все, парни, чай попил, машина прогрелась, сейчас поеду домой. Вот такое вот оно открытие моей, как сказать, рыбалки по первому льду. Это видео выйдет все равно, даже несмотря на то, что я ничего не поймал, потому что такое тоже бывает, не у всех бывают рыбалки по первому льду, просто экзотические, хорошие, интересные, там много рыбы ловят и так далее. Но бывают и такие пустые рыбалки. Ладно, давайте поедем. Все, давайте, всем счастливо, всем пока. Комментируйте это видео, там лайкайте, дизлайкайте, кому как нравится. Но я такие видео тоже буду периодически выпускать, даже если не пустые. Ну и все, я был на рыбалке. Ну, поймаешь, не поймаешь, как бонус уже. То же самое, сходишь на охоту, и всегда же ты с добычей домой приходишь. Так и на рыбалке то же самое бывает. Время у нас уже 2:35 дня. К вечеру время идет, солнце уже вот скоро сядет. Ну как раз поеду светлом еще домой. И мне неохота в темноте тоже ползти. Река идет. Вот она, река Вычегда. А это куря, в которой я рыбачил. Все, давайте. Всем счастливо, всем пока.